Я думаю, она справилась в любом виде спорта с поставленными задачами. То есть человек в высшей степени мотивированный, она сконцентрированная. Ну, конечно, есть моменты где-то там и психологические какой-то перегрузки, но надо к этому относиться с пониманием, потому что молодая спортсменка, на нее груз колоссальный mm-hmm. сейчас сваливается, и прессы, и как бы давление со стороны руководства, со стороны там всей вертикали, скажем так, тенниса. То есть вдруг человек начал давать результат. Да, я считаю, что чересчур много немножко от нее требует, надо немножко как бы ей дать в своем соусе вырасти, ага. потому что у нее самое главное есть. У нее есть психология чемпиона, есть такое понятие в психологии спортивной. Она мотивирована выше крыши, то есть у нее стимул ни в коем случае там ни деньги, ни какие-то рейтинговые очки, она просто хочет быть первой. Это, ну, дорогого стоит.